Ребят, всем привет! Ну что, наконец-то можно сказать, что дневник Саночника начинает вещать в полном объеме. Сегодня мы покажем нашу летнюю тренировку на роликовых санях на трассе Сигулды. Это Латвия. Помните, в прошлом году здесь проходил этап Кубка мира, где наши отлично выступили. Так что сегодня покатаемся на роликах. Продолжаем тему блогеров. Да. Вот я вообще не понимаю, вот я никогда не поставлю. Ну, никогда, конечно. Очень редко. Когда блогеры выпрашивают себе лайки, это заставляет. А как ты? Поставьте лайк. Ты это просьба. Находишься в сети YouTube. Да, и там основной критерий вот до настоящего момента это является, то есть проявление своего понравилось, не понравилось, голосованием элементарным. Да, нет. Вот, все. И тем самым ты выражаешь, а мы можем оценивать. Нахрена? Вообще это обратная связь. Понимаешь, просить человека это в такой форме. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот здесь колокольчик. Вон там комментарий. Тут, короче, это все фуфло, Рус.